Всем привет, с вами Тед, и сегодня у нас корейский StarCraft. Это у нас идет Дрим против Трапа. Протосс против Террана. Посмотрим за лучшими, посмотрим, как они играют. И смотрим сегодня за Дримом, посмотрим, как играет Терран против Протосса. Если это лучшие игроки, самые сильнейшие игроки на планете. В StarCraft 2, естественно. Посмотрим. На карте Pillars of Gold. Я сразу подумал, что он поедет вниз ставить supply. Но это было бы странно. Так никто не делает все-таки. Ну, лучше ставить вот здесь. И это и быстрее, и ну, выгоднее, собственно. Ну, чем, в принципе, Dream как бы и занимается. Что логично, да? Вот. Смотрим дальше. Идет достаточно ранний скаут. 16-я разведка, такого мы еще не видели. В моих гайдах, если вы их смотрите, вы увидите, конечно же, что разведка обычно 17-я идет. Но Dream поехал вот такую 16-ю разведку. Даже 18-я обычно. И идет барак. Барак, газ. То есть тут пока ничего необычного мы не замечаем и не видим. Все нормально. Вопрос, что он заметит этим рабочим? Что он сможет заметить и разведать? Видит, что нету Нексуса. И вот, вот зачем он поехал. Вот зачем он поехал так рано. Посмотрите. Он приехал и в минуту 14 уже пилит здесь инженерку. То есть просто посекундно рассчитанный билд. Потому что Трап уже мог собираться ставить Нексус первый. Буквально через секунду. То есть он за секунду до постановки этого Нексуса приезжает и пилит инженерку. Всё, это отлично, это сбивает темп Протосса просто катастрофически, и Протоссу реально нужно играть по-другому, то есть ему нужно подстраиваться, ему нужно что-то делать. Трап здесь приезжает пробками, реагирует пробками, здесь тоже пробка мешает, но Протосс не может так же мешать Террану, как Терран Протоссу вот этой инженеркой. То есть Трап решает 5 пробок сорвать, он решает не ставить спазу в другом месте. Он не знает, как может по-другому еще отреагировать. Хотя знает, но это его реакция, да, то есть срыв 5 пробок. Он считает, что это целесообразно. Целесообразно это сделать именно так. СМ-ка пытается еще подпилить. И, в принципе, вторую базу в итоге Трамп будет ставить минуту 50. Ну, могло быть и хуже, как говорится, но в целом. Будет он хоть ее ставить минуту 50, мне уже интересно, или нет. Потому что Dream тем временем давно уже заказал. И ЦЦшку, и Reaper у него готов. И сейчас пробку убьет, у него все окей. А Trap ставит. Сначала идет заказ адепта, не заказывает варп. Соответственно, он будет играть в Stargate, я понимаю, сейчас. Только Nexus сначала, потом будет Stargate. Ладно, это мы рассекретили, посмотрим, поймет ли это Dream своей разведкой. Потому что у нас все просто, да, мы смотрим повтор, конечно же, мы видим все происходящее, а Дриму придется понять, что происходит, чтобы не умереть, чтобы подготовиться, выбрать правильную стратегию. Видит Нексус его, это устраивает, я уверен, что Трап, то есть развивается, видит адепта и убегает пока что. В принципе, он отсюда уже может сделать выводы, что возможно это Старгейт, потому что адепт достаточно дешевый по газу юнит. Будет забегать обязательно, проверяет, что адепт вернулся, и идет дальше рипером бегать. Здесь у нас бункер, ЦЦшка строится, делаются два марика с реактора, ставится фэктори, второй газ, то есть, ну, стандартные терранские штучки, все как должно происходит. Рипер ждет, интересная позиция, здесь он может увидеть каких-то юнитов, в принципе, прикольно, мне нравится эта точка для рипера. Фэктори достроился, сразу же идет старпорт. На Factory будет пристройка или нет? Или мина? Или гелик для разведки? Вторая орбиталочка делается. Ну, что логично. Да, пошла пристройка техлаба. То есть мы видим либо циклоны, либо танки. Ну, либо мины с закопкой, что реже, конечно же, бывает. Опять попытка рипера забежать, ну, безуспешная, то есть ему приходится стоять. В принципе, он до сих пор не знает, во что играет Трап, а Трап играет фениксов. Трап играет фениксов из Тангейта, вот так вот. Что Дрим, если будет неудачно сейчас залетать, нападать, может, конечно, неудачно встрять. Может попасться в ловушку фениксов.
отдать какой-нибудь ценный дроп. И заметьте, он не спешит подстраивать рабочих, то есть очень мало рабочих у Дрима на данный момент. Что мне говорит об одном, что он сфокусирован больше на том, чтобы строить юнитов. Заметьте, у него здесь парики гуляют, марики ждут оракла. Здесь у него циклон, циклон здесь будет ждать оракла, возможно. То есть он ждет старгейта, он ждет какую-то ответочку. Рипер ищет прокси. Сейфово, аккуратно все делает Дрим. И, кстати, вот мы обсуждали, кто же будет строиться. Это Викинг, это Медивак и это Циклоны. Викинг, Медивак, Циклоны. Очень интересный состав у Дрима, очень интересный. На каждой базе по несколько мариков. Антивоздух есть. Циклоны, Викинги, все это имеется у нас. Викинги, циклоны между базами патрулируют. Рипер летает, ищет, чем занимается трап. А здесь все безопасно стоит. И он выходит в пуш. Кстати, викинг, два циклона, просто медивак и марики. И танк идет до заказа. Кстати, вторая база насытилась уже, все-таки я ошибся. Нормально, нормально, рабочих было. Медивак на ускорении пытается улететь от фениксов. Не получается, 4 феникса залетают на базу. Мешают построить еще один барак, начинают харасить, но у фениксов есть один минус. У них есть энергия, которая кончится, и они не смогут сражаться с землей. А здесь мы видим два циклона и викинг. То есть очень-очень сильная сила против, собственно, фениксов-то. И смотрите, Рипер приходит, понимает, что, скорее всего, готова третья база, понимает по передвижениям юнитов, начинает фокуситься. Фениксы, первый феникс погиб, здесь еще летят 4, еще один погибает, марики его переловили. Все, видит третью базу, Дрим, идет полноценный прессинг. Такой неожиданный пуш, смотрите, просто буквально пару юнитов он построил и вышел в атаку. Он почувствовал, что может выйти в атаку этим. Он почувствовал, что из-за отсутствия какого-то прессинга со стороны Протоса, это скорее всего Старгейт, это скорее всего фениксы. И у него сейчас состав идеальный, посмотрите. Он просто подсвечивает все, что сверху, и начинает циклонами фокусить юнитов, отъезжать. Таким образом, их невозможно убить. Здесь Рипер, который жив до сих пор, у которого уже один фраг, куча мариков, то есть отличный ДПС. Идет фокус юнитов, просто очень мощный ДПС у Терана. Викинг развалился, смог трап его убить. Но у фениксов нету энергии, там у одного феникса только чуть-чуть энергии. То есть у трапа просто нет юнитов. У Протоса всегда, я всегда говорю, у Протоса очень мало юнитов в мидгейме. Надо этим пользоваться. И Дрим просто пользуется. Он приходит, просто вышел пушиком, посмотрите, и просто вот взял и развалил. И трап пишет GG. Вот так вот заканчивается эта великолепная игра. Не знаю, надеюсь, вам понравилась эта идея. Вы попробуйте тоже таким пушем повыходить и посмотреть, как протосы на вашем рейтинге отреагируют. Но у лучших игроков, как видите, это работает. Поэтому почему бы не попробовать вам. А с вами был Тед. Всем пока.